Привет, девочки, и опять и снова мы с вами в нашем любимом магазине. Я уже тут кое-что себе нашла, вот показываю, потом покажу поближе. Вот какую-то интересную цепь, на ней нет цены. Я потом ее рассмотрю поближе. За стеклом не нашла ничего интересного, кстати, сегодня. Как ни странно. Вот смотрите, какие-то интересные красивущие клипсы. Но они, по-моему, без маркировки. Но похоже, что винтажные. Ах, простите, опять мои ногти. Я все еще никак не собралась. И смотрите на мои ногти. Короче, положу в тележку. Там разберемся. Я пошла сегодня с другого конца. Начала с конца. Вот такие вот. Ой, как я люблю вот эти вот. Обожаю вот эти цветы. Металлические. Я поставлю так вот тележку поближе, чтобы нам было удобнее. Я до сих пор еще вот эти стрекозы с прошлого раза. Мы с вами были здесь в прошлый раз в этом магазине. А вот посмотрите, какие серьги красивые. $99 всего лишь. Но я знаю, что это современные. Я даже знаю, откуда они. Поэтому... мы их оставим в покое. Так, собаки. Собаки. Это, возможно, Джиджи, а возможно, нет. Я не вижу ничего. 3,99. Ну ладно, у меня такого много. Здесь, кстати, вещи до сих пор висят, которые я смотрела в прошлый раз и не взяла. И вот они до сих пор. Смотрите, какая интересная. Ага. Это канадская брошка, антарийская, ручная роспись. Ну, положу в тележку. Я не думаю, что она какая-то очень ценная, но она интересная. Здесь вообще много интересных клипс. Вот эти, смотрите, какие. О, с маркировочкой. Альфред Санг. Кстати, очень хороший бренд, наш канадский, дорогой. Возможно, не винтаж. Смотрите, какая красивая цепочка с камушками такими. Оплетенными. Сколько она стоит? Я помню, когда-то были $6. Я помню, когда-то были такие у нас. Мне кажется, она неплохая. Я так стратегически поставила тележку, перегородила. Перегородила все, чтобы никто мне не мешал. Вот красивые какие-то, ну это серьги, клипсы, серьги. Надо посмотреть, разобраться, есть ли у них какая-то маркировка. Рядом же с ними висят. Нет, это что-то неинтересное. Так, вот такие котярки. Кот с собакой. Это точно Джиджи. $6. Смешная. Очень смешная. Смешная брошка. А, здесь, видите, несколько таких. Видите, они... То, что в больших количествах, я понимаю, что это что-то не это. Интересный браслет. Так, у нас продолжение темы стрекоз происходит. Происходят стрекозы. Помните, это до сих пор висит, никто не купил. Какой красивый браслет. Без маркировочки, по-моему. И вот рядом с ним еще один. Так, повесим пока еще один. Красивый, но не маркированный, но красивый. Так, серьги. Современные, скорее всего. Клипсы. Подписанные. Не на речи? За 8. Берем, да? И на речи. Так. 100% винтажный браслет за 6. С маркировочкой кора. Даже я уже их узнаю. Мне даже уже не надо понимать. Так. Вот какой-то интересный браслет. Красивый какой. Ну, возможно, современный. Скорее всего, даже современный. Интересная застежка. Маркировок нету. Цена $5.
Я думаю, что он современный, хотя красивый. Так, брошь нашла, но, наверное, она ничего себе не представляет. Это даже не брошь, а какая-то странная деталь. То ли пряжка, то ли что. Вот красивая брошечка. И рядом интересные клипсы. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Ах, камушков нету. Жалко. Жалко, жалко. И вот рядом клипсы наборные. Какие интересные. За 4 доллара. Маркировок нет. Но клипсы, конечно, очень прикольные. Если бы я нашла такое здесь колье, было бы здорово. Сейчас будем искать. Возможно, что мы найдем комплект серьги. Надо внимательно посмотреть. Может быть, мы найдем. Так, такая брошь, я знаю, что это именная. У меня она есть, но я всегда беру, если подписанная брошь, она не пропадет. Ее можно подарить, тем более за 4 доллара. Я знаю, что это, по-моему, или Кора, или... В общем, я потом найду маркировку, я вам скажу, кто это. Но это точно маркированная винтажная брошь. За 4 доллара я ее, конечно, не оставлю. Какая цепь красивущая. Какая цепь красивущая. Текс, но она... Вот я нашла ее застежку, но она не маркирована. У меня много таких. Возможно, что она даже и винтажная, но у меня много таких цепей. Вы знаете, что странно? Я боюсь даже говорить, чтобы не сглазить, потому что в других магазинах этой же сети меня безбожно гоняют и запрещают мне снимать. А здесь не то они не видят меня, не обращают внимания, что я снимаю. Не то, ну пофиг. Так. Что у нас здесь интересно? Красивая какая штука, правда? Я думаю, что старенькая. Но потом мы разберемся. Как мне хочется найти колье под эти наборные клипсы. Как же мне хочется найти. Потому что они были очень красивые. Так, смотрите, что мы здесь видим интересное. Тоже за 4 доллара. Интересная штуковина. Ну, не знаю. Нет, вряд ли. Я, скорее всего, все-таки ее оставлю. Здесь вот я что-то вижу, но тоже, наверное, что-то современное. Какая красивая брошь, но, скорее всего... Да, наверное, современная. Ну, ладно. Пока оставлю там потом. Вернее, уже раз оставила, значит, оставила. Здесь еще есть одни наборные клипсы, но они не такие красивые. Вот, посмотрите. Тоже без маркировки. Если бы я нашла к ним колье, было бы классно. Я их пока положу в тележку. Может быть, я найду к ним колье, и будет тогда комплект. А если не найду колье, то, наверное... О, вот есть это к этому браслету. Колье к браслету, по-моему. Вот к тому, что я смотрела и говорила, что оно... Красивое. Такое с дерева. Холодное такое. Интересно. Что я говорила, что браслет красивый, но, скорее всего, современный. Вот он. Подходит, да? А может, что-то похожее просто? Нет. Просто похожее. Ну, носить можно вместе. Ну, я такое уже сейчас не буду брать, потому что у меня много таких вещей, которые... Ну... Не знаю, ничего особенного не представляют из себя, просто лежат у меня сова. Сова, сова. Так. Продолжаем. Интересные бусы. Интересная такая цитуар-цепь. Вот что-то интересное. Так, вот интересные бусы, но они современные, скорее всего. Какая цепочка интересная, смотрите. Кулон. Игральные карты.
Покер. Покер-шмокер. Так. Вот бусы, скорее всего, винтажные. Посмотрите, у них застежка, крючок. Длинная цепочка, но они такие массивные. Не знаю, что-то они мне не нравятся. Вот жемчуга красивый. Тоже застежка, крючок. $4. Явно, конечно, винтажная жемчуга. Не знаю, возьму пока там, посмотрим. Жемчуга сейчас так в моде, такой тренд. Рыбочка, рыбка. Жемчуга сейчас колоссальный тренд. Поэтому мы возьмем, а там посмотрим. Так, браслетик, скорее всего, современный. Смотрите, какая красивая вещь. За $5. Это, похоже, кулон. А выглядит, как будто брошь. Красивый, правда? Даже у меня такое ощущение, что позолочен. Красивые вот эти вот стразы. Ну, в общем, короче. Возьмем, и там решим. Бронзулетка. А, вот есть даже вот такая вот, видите, булавка. У них за стеклом сегодня, на удивление, ничего нету. Обычно у них так много всего. Самое дорогое, красивое за стеклом. Обычно я там зависаю, а сегодня пришла и ничего. Зато здесь у меня много разных интересных вещей. Я понаходила. Ну, не особенно, конечно, красиво, какая цепь. Но это что-то, конечно, современное. Есть маркировка Joe Fresh. Дешевый бренд наш канадский. Или американский, я точно не знаю. Браслет. Тоже наборные клипсы. Много их сейчас. Ну, эти такие простенькие. У меня есть похожие, наверное, не буду брать. Смотрите, какой интересный тоже браслет. Из чего-то такого сделано, интересно. Современное украшение. Вот эти, кстати, клипсы я видела в прошлый раз, но я их не взяла, потому что они какие-то травмированные, поломаны. Так, что-то я, конечно, пропустила. Я отвлекаюсь, девочки, как всегда, из-за съемки. Я, как всегда, о, красивый какой, сзади красивый, с обратной стороны цепочка такая, видите, кулончик и такой вот. Вот это, кстати, я, помните, тоже в прошлый раз смотрела, потому что я потом посмотрела, она дешевая. На eBay продается за $2. Кулон. Вот. О, какая красивая цепь с красивым замком. Маркировок нету, состояние не очень хорошее. Но цепочка сама интересная. Такие бусы. Такая штучка. Кстати, на крючке, но вряд ли. Так, жемчуга. Кстати, довольно впечатление, что стеклянный жемчуг, не пластик, потому что тяжелый. Так, вот это что-то такое интересное здесь. Хм, не знаю. Что-то интересное, но странная вещь. Вот, кажется, и брошь-бантик. Брошь-бантик. Без маркировок. Да, ну ладно. Оставлю. Так, постараюсь еще раз проехаться, девочки, уже без камеры. И красивый кулон, правда? О, у него есть маркировка. Stella & Dot. Stella & Dot — это дорогой, это, ну, в общем, современный бренд, но он достаточно дорогой у нас. Посмотрите, какая красивая цепь. Сколько он? $5. В принципе, он гораздо дороже стоит в магазине. Видите, нашла я винтажный браслет, красивый кора. Но вот если бы к нему еще была бы здесь... Вы знаете, очень может быть, они как-то неравномерно вывешивают. Очень может быть, что, допустим,
ожерелье к нему появится через пару дней. Потому что они как-то разбирают постепенно и постепенно выносят. Я думаю, что мы сейчас пойдем в сумке, может быть, в чашке. В сумке я хожу, но никогда вам ничего не снимаю по той причине, что нечего снимать. Ничего интересного. Ничего интересного я в сумках здесь никогда не нахожу. У нас сумки. Сумки никогда. Хороших сумок никогда мне не удавалось найти. Я имею в виду каких-то таких настоящих, дорогих. Хотя люди говорят, находят. О, здесь что-то есть. NGY. Я знаю такую компанию. Сколько они хотят? $4 за них. Как-то я не особенно. Вот интересные серьги, правда, такие, ну не знаю, красивые сережки, сердечки с жемчужинкой, но современные, хотя симпатичные, но у меня много жемчугов, интересные серьги, но тоже ничего особенного. Посмотрим, что вообще здесь еще есть. Ой, никак не могу. Все говорю, все закончили. Мы закончили, и никак не заканчивается. О, видите, что-то кора. Смотрите, какая красивая. Кора. За $6. Видите, какая красивая. Сейчас я вам вот так покажу. Какая красивая коровское украшение. Нашла, видите, уже уходить собралась. Все-таки еще что-то нашла. Вот так вот я всегда ухожу, уже вот сейчас я ухожу, а потом, хорошо поковырявшись, Ральф Лорен, правда что ли? Ральф Лорен, ну это $6, но это не тот, наверное, дорогой, знаете, Ральф Лорен имеет несколько линеек, ну посмотрим. Нашла я эту цепочку. Ральф Лорен на веб-сайте Vestiary Collective. Этот веб-сайт, который занимается как бы ресейл, перепродажа именно люксовых вещей. И на этом веб-сайте она стоила $199.97. Ну, то есть $200. Так что будем считать, что мне очень повезло. О, excuse me. Как всегда я. Все вокруг меня ходят. Все на меня натыкаются. Ну, все, девчонки, все. Теперь же, правда, все. Пойдемте в посудку. В чашках был очень громкий музон, поэтому пришлось накладывать озвучку. По-моему, ничего особенно нового я здесь не нашла. Нашла вот такую чашку. По-моему, в прошлый раз я вам ее не показывала, в прошлый раз ее не было. Ну, ничего особенного она из себя не представляла. Вот еще такая симпатичная чашечка с ромашками. Очень миленькая, сделана в Англии, английский фарфор, очень тонкая, приятная. Но дело в том, что у меня есть что-то похожее, и я стараюсь уже сейчас покупать что-то, чего у меня, ну, как бы, нету в наличии, скажем так, в моей коллекции, что-то оригинальное и необычное. Тем более, что они стоят по $10, это не так уж и дешево. Вот эти очень симпатичные была двойка, чашка и блюдце. Тоже сделано в Англии, английский фарфор с очень красивыми такими фиолетовыми цветочками. Но она была не в очень хорошем состоянии. Вы видели, донышко на чашке было потерто, и блюдце тоже вот позолота немножко сошла. А все-таки за $10 можно купить чашку и блюдце в идеальном состоянии, поэтому я стараюсь уже как-то выбирать, избирательным быть более покупателям. Вот это более или менее, по-моему, новое, тоже в очень хорошем состоянии, тоже английский фарфор, но, если честно, мне как-то она не очень понравилась, уж не знаю почему, хотя вот сейчас я смотрю на видео и думаю, напрасно, может быть, напрасно, она необычная, оригинальная, у меня все как-то цветочки, а вот такого как бы у меня и нет в коллекции, может быть, надо было и что-то взять. Вот эту чашку, по-моему, я вам показывала в прошлый раз. Если честно, я не помню. Мне кажется, что она уже была. Поэтому мы на ней долго останавливаться не будем. Вот такой целый сервиз. Но он непонятно какой. Это что-то такое, по-моему, современное. Он, видите, $12 стоит 4. 4 чашки и 4 блюдца. Хотя тонкий, но красивый. Но
по другой части. Мы любим старенькое. Старенькое, облезленькое. Так, все, девочки, с чашками. Ничего, сейчас пойду разбираться со своими украшениями, коих опять набрала целую телегу. Посмотрите, вот эти нашла красивые, что вы не видели. Еще одну брошь Джиджи нашла. Не нашла колье к этим наборным клипсам. Не браслет, ничего. В общем, короче, сейчас буду перебирать. Тут куча жемчугов разных. Ну, вот это вы видели, я вам показывала, кора. Все. Посмотрю, что оставлю, что возьму. И увидимся, наверное, уже в следующем видео. Вас себя сегодня вам не показываю, потому что я сегодня не в форме лица. Лицо не изображено. У меня вместо лица сегодня белая моль. Поэтому попрощаемся. Вот на фоне полочек со стеклом. Здесь всякие бокалы. Кстати, вот никогда не покупаю, потому что, не знаю, как-то они меня не вдохновляют. Хотя здесь тоже очень много разного стекла, хрусталя много, кстати. Вот такое. Все, девочки, всех люблю, целую. Всем привет от Диты из Канады. Всем пока. Бай-бай.